Ну итак, 21 час в Москве. Вы смотрите телеканал «Дождь». Это итоговый выпуск информационной программы «Здесь и сейчас». В студии Михаил Зыгарь и Ксения Собчак. В ближайший час мы подведем итоги этого дня, а теперь к главным темам. Ну, конечно же, главная тема сегодняшнего дня – это ничто не связанное с новостями, а продолжающийся марафон в поддержку телеканала «Дождь», в ходе которого наши зрители уже, вот я смотрю, подарили нашему телеканалу 38 дней, 19 часов и 40 минут. Это потрясающая поддержка от наших зрителей, которую мы продолжаем получать. И мы очень благодарны вам всем за то, что вы покупаете подарки в нашем интернет-магазине, покупаете виртуальные бейджи. Но 38 дней – это только начало. Я уверена, что после моего появления в этой новостной студии на эту аферу я могла пойти только ради любимого телеканала «Дождь». Я думаю, что мы доведем эту цифру до скольки, До Михаил? Скольки? Ну, думаю... ну, вот если 40 дней, нет, 40 как-то не очень хорошо звучит. 41 день, я думаю, да? 41, в течение этого часа я надеюсь, что мы сможем достичь 41 дня. И если вы подарите нам 41 день к 22 часам, что сделает Ксения Собчак? Даже что ты можешь сделать? Михаил, я могу, в принципе, сделать что угодно. Я модель, так сказать, самого различного использования. Знаешь, я и так очень сильно волнуюсь сейчас, потому что это первый раз в жизни, когда ты ведешь новости. А я как ответственное лицо на этом телеканале, в общем, отвечаю за весь контент, поэтому очень переживаю за твой дебют. Хорошо, Михаил, ну, давайте так. Конечно, что бы я хотела сделать, ну, например, вот этими алыми губами поцеловать вас в щеку, как благодарность вот за все, что вы для меня сделали на Никогда этом телеканале. Когда еще выпуск новостей на нашем телеканале не начинался так откровенно? Но я боюсь, что мой муж является тоже зрителем телеканала «Дождь». Не поэтому... стоит этого бояться, потому да. что он зритель. Придется, я думаю, выбрать что-то поскромнее. Ну, даже Итак, не знаю. Итак, например? Например, танец. Михаил, танец, танцевал но тогда ли на столе, кто-то когда-то тогда на этом столе. Вот танец, и тогда на столе. Никогда еще в истории телеканала «Дождь», и, надеюсь, никогда в будущем никто не танцевал и не будет танцевать на нашем столе, но если Ксения Собчак наберет при помощи зрителей 41 день для телеканала, вот тогда в конце выпуска залезаешь в общем, на стол, друзья, да, и если хотите это увидеть, то, пожалуйста, все в ваших руках. Сборы продолжаются. Мы надеемся, что к концу сегодняшнего выпуска получим это заветное число. 41 день эфира. А если нет? То, то я научу тебя и всех наших зрителей, как делать 4 фиги на пальцах одновременно. Не хочу этого знать совершенно. Хочу посмотреть танец в исполнении Ксении примерно через 57 минут. Ну а сейчас к действительно важным, не менее важным новостям сегодняшнего дня. Итак, Юлия Тимошенко.